Также Ради Хабиров в ходе рабочей поездки в Зелиловский район проинспектировал ход строительства парка развлечений «Урал-Батыр». Напомню, инвестор вложит 120 миллионов рублей. Новый туристический объект возводят недалеко от села Аскарова в Зелиловском районе. Проект реализует компания «Информтехника». Как рассказал директор организации Руслан Шагалин, в строительство уже направили 43 миллиона. На участке в 153 тысячи квадратных метров разместят детские игровые площадки, кафе, форелевое хозяйство, водопад с пещерой. Зимой планируют запустить горнолыжную трассу с подъемником и прокатом оборудования. Уже планирую следующий год. Они сдадут, я с удовольствием со своими детьми сюда приеду. Видите, все сделано красиво, под старину. И горнолыжная трасса есть как раз для таких чайников, как я, наверное, или для начинающих спортсменов. Озеро прекрасное, порыбачить, домики будут. Уже приступили к строительству гостиницы с кафе на 200 посадочных мест. В планах установить юрты, обустроить глэмпинг, дополнительно озеленить территорию, а также организовать туристические маршруты в горы.